центре Мейерхольда показали российский танцевальный спектакль мирового уровня. Балетмейстер Алла Сигалова обратилась к музыке своего любимого композитора Леонида Десятникова и сочинила хореографию на камерную оперу «Бедная Лиза». В роли Лизы актриса Чулпан Хаматова. Ее возлюбленного Эраста играет солист Большого театра Андрей Меркурьев. Я думаю, что «Бедная Лиза» — это одно из тех произведений, которое будет звучать еще много-много-много лет, независимо от нашего спектакля и от каких-то еще спектаклей, которые будут поставлены на эту партитуру. Для меня это было счастье. Счастье работы с Хаматовой и еще больше счастья встретить Сигалову на своем пути творчеством и сделать этот спектакль. Работая с Чулпан, вокруг нас какая-то веяло не какая-то, а именно любовь. Мы хотели вместе что-то сделать. А я думаю, как я к ней подойду, как я вообще к ней притронусь, приблизюсь, знаете, губы к губам, руки там еще как-то где-то. Здесь за текст не спрячешься, поэтому, наверное, какое-то больше отчаяние. Мне было не важно, что она принесет, мне важно было только прикоснуться к ее языку. Каждый день, когда ты репетируешь, приходишь уставший с театра и понимаешь, что уже сил нет ни на Сигалову, ни на Хаматову, ни на «Бедную Лизу», ни на что. Но как только ты входишь в зал, видишь ее, ты понимаешь, что у тебя есть силы, и ты готов целый, всю ночь, весь день, сколько нужно, сколько она скажет, столько мы и будем работать. Она похожа на комету, которая летит, у нее такой хвост искрящийся, горящий, и она этим огнем испепеляет все вокруг. И, а потом появилась музыка Десятникова, и потом вот, «Бедная Лиза», да, сказала я, потом послушала музыку, ничего не поняла. Но потом шаг за шагом. Этот материал, мне кажется, что могла бы сделать только драматическая актриса, и только актриса по фамилии Чулпан Хаматова.